Тортострофа. Здесь чем-то очень вкусно пахнет. Я тоже чую, вспыш. Запах идет из пекарни. Давай посмотрим. Поршни мои, посмотри, сколько вкусного! Пироги и крензели! И кексики! О, вспыш, Эй-Джей, привет! Это Клайв, он пекарь, он делает еду в пекарне. Клайв, как у тебя получилось приготовить столько вкусного? Я покажу вам. Идем, кухня вон за той дверью. Ого! Что это за машины? Это роботы, которые делают всю выпечку в моей пекарне. Я зову их хлебоботы. Выхлоп! Шустрые! Ого! Посмотрим. Сегодня мои хлебоботы пекут пончики, кексы и крендели. О, а это гигантский хлебобот. Сейчас увидите, что он делает. Что он испек? Торт! Да! Огроменный торт! Это самый большой торт, какой я видел! Ну, пожалуй, хватит на сегодня. Время нажать большую красную кнопку и выключить тебя. Эй, у хлебоботов есть еще кнопка! Точно! Что делает фиолетовая кнопка, Клайв? Осторожно! Лучше вам не нажимать эту кнопку. Она включает режим бешеной готовки. Режим бешеной готовки? Да, если нажать фиолетовую кнопку, хлебоботы ускоряются и начинают готовить как бешеные. Это звучит жутковато. Не то слово. Поэтому я никогда не трогаю фиолетовую кнопку. Эй, сейчас мы поможем, Клайв. О, большое спасибо, вспыш. О, я так голоден, огурчик. Я хочу есть. Не волнуйся, Крушила. Новые булки появятся в любую минуту. Нужно лишь немного терпения. Я не могу больше ждать. Я думаю, эти фиолетовые кнопки ускорят процесс. А ты уверен, что так можно, Крушила? Мы не знаем, что эти кнопки делают. Ага, видишь, они ускоряются. Ладно, хлебоботы, я очень хочу кушать. Давайте все, что есть. Огурчик! Они работают слишком быстро! Я заметил! Мои хлебоботы пропали! Крушила, что случилось? Я не знаю. Ну, всякое бывает с этими роботами. Ну же, Крушила! Расскажи вспышу, что ты сделал. Я просто нажал эти фиолетовые кнопки на всех хлебоботах. Фиолетовые кнопки? Но это режим бешеной готовки. Ой-ой, мы должны отключить хлебоботов, прежде чем они натворят бед. Вперед, Эй-Джей! Мы остановим хлебоботов. О-о-о, а пока вас не будет, мы с Крушилой останемся тут и все приберем. А это обязательно? Ладно. Эй-Джей, поддай-ка скорости. Нам надо догнать хлебоботов. Меня дорога ждет. Вот новый поворот. Раз, два, три, гони! Гони! Давай за мной гони! Добавим скорости. Раз, два, три, гони! Ладно,
точно, Эй-Джей. Нам нужно остановить хлебоботов, пока они не натворили дел. Давай посчитаем, сколько хлебоботов надо найти. У Клайва было их столько. Считайте со мной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ого, как же много хлебоботов. А где они все могут быть? Вспыш, Эй-Джей! Это же наш друг Гэби, она механик. Что случилось, Гэби? Мне нужна помощь. Что-то очень странное происходит в гараже. Хм, нам лучше посмотреть, что там. Ничего себе, тут еда просто повсюду. Я догадываюсь, кто это все натворил. Это хлебоботы! О, берегись! Этих хлебоботов можно остановить, только нажав большую красную кнопку. Эй, я знаю, что нам делать! Посмотрите, я сделала рогатку! С ее помощью запускают предметы. Гениально, Гэби! Можно стрелять этими шарами. И если мы попадем по красной кнопке на хлебоботе, он отключится. Включаю спортвизор. Визор рассчитает нам траекторию. Смотрите, эта линия – траектория шарика. Когда пустим его, он должен полететь по этой линии и упасть тут. Ой-ой! Эта траектория слишком низкая. Если мы так запустим шар, он не попадет по кнопке. Меняй траекторию, вспыш! А теперь шарик попадет по кнопке. Да, линия идет прямо к ней. Ну же, помоги запустить шарик по траектории. Скажи, траектория! Траектория! Да! Ура! Ура! Мы выключили этого хлебобота! Отлично справились! О, там еще один хлебобот! Скорее, выключим его! Вот траектория! Попадет ли шарик в кнопку? Нет, так он точно не долетит! А теперь шарик попадет в кнопку. Да! Запустим его! Скажи, траектория! Траектория! Ура! Ты попал! О, осторожно! Остался всего один хлебобот. И он правда готовит как бешеный. Вот траектория! Попадет шарик по кнопке? Нет, он полетит высоко. Что же теперь? Шарик попадет по кнопке? Нет, он полетит слишком низко. А теперь шарик попадет по кнопке? Да, сделаем это. Кричи, траектория! Траектория! Да! Отлично, ребята! Мы выключили всех трех хлебоботов! Но Гэби, что делать с гаражом? Он весь испачкан едой! Не волнуйся, я могу использовать суперскорость и убрать беспорядок супербыстро! Чтобы придать мне силу и суперскорость, давай крикнем вместе. Гони! Крикни со мной. Гони! Вот это быстрая уборка. Спасибо, Вспыш. Да не за что, Гэби. Посмотрите. Было 7 хлебоботов, и мы сейчас выключили 3. Посмотрим, сколько осталось. Считайте со мной. 1, 2, 3, 4. Осталось еще 4.
Эй, Джей, поддай-ка скорости! Мы должны найти этих хлебоботов, пока они что-нибудь не натворили! Ты прав, Вспыш! Пока, Гэби! Траектория — это линия полета. Траектория, если запустить предмет. Полетит влево он или вправо с звездом. Полетит низко он, а может быть высоко. Траектория — это линия полета. Траектория, если запустить предмет. Огурчик, и как же я могу тут убираться? Я не хочу трогать эту мерзкую липкую грязь. О, не волнуйся, Крушила, я тебе помогу. Я подберу вот это. О, и еще вот это. И вот это вот тоже. Видишь, я убираюсь, и никакая липкая грязь тебя не касается. Извини. Хлебоботы! Эй, хлебоботы! Хлебоботы! Они должны быть где-то здесь. Стой, я что-то слышу. Похоже, это... Я смельчак! Это смельчак! Вспыш, эй, Джей, это вы? Я ничего не вижу! Эй, смельчак! Тебе же пирог глаза залепил! О, так-то лучше! Минуточку, смельчак! Откуда это у тебя на лице пирог? Это все очень странно. Я ехал себе и вдруг увидел эти чудные машины. И в следующую секунду, бац, пирог упал мне прямо на лицо. Должно быть, это хлебоботы. Куда они уехали, смельчак? Они уехали вон туда. Вот они. Вперед, Эй-Джей, поймаем их. Спасибо, смельчак. До встречи. Берегись! О, нет! Они готовят так быстро, что сделали огромные стены из еды! Тут слишком много пончиков! Мне не прорваться! Если бы только мы могли как-то сгрести всю эту еду! Эй! Я знаю, что нам может помочь. Бульдозер! У бульдозера спереди большой ковш. Он может сгребать тяжести и убирать их с дороги. Эй, мы сделаем детали и превратим меня в машинку-бульдозер. Сначала мне нужен большой ковш, чтобы сгребать еду. Чтобы сделать ковш, кричи: ковш! Ковш! Круто! Теперь мне нужны два рычага, которые крепятся к ковшу. Кричи: рычаги! Рычаги! Теперь осталось сделать гидравлический цилиндр. Он даст нам мощности, чтобы поднимать тяжелые вещи. Кричи: гидравлический цилиндр! Гидравлический цилиндр! Да! Мы превратили меня в чудо-машинку бульдозер! Садись, Эй-Джей! Я готов сгрести гору еды! Да, Вспыш! Ах, ты только посмотри на него! Этот Вспыш потрясный! Это точно! Прочь с дороги, кексики! Отлично! Почти на месте! Осталась всего одна стена еды! Стена из пирогов! Эти пироги супер тяжелые! Нужно добавить бульдозеру мощности. Бульдозер получает мощность от гидравлического цилиндра. Чтобы поднять эти пироги, нужна мощность 10. Давайте, считайте до 10 со мной. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10! Я справился! Хорошо, что я получил дополнительную мощность. Смотри, вспыш! Это хлебоботы! Скорее, давай выключим их! Вот так! Больше бешеной готовки не будет! Да! Отличная работа, вспыш! Но... что же делать со всей этой едой? Может, я помогу? Это развал! О, да у вас тут беспорядок! Развал — мусоровоз. Он может помочь убрать эту еду. Так, развал? Это моя работа. Грузи мусор, и я его вывезу. Это я понимаю, уборка. Хо-хо-хо. Рад был с вами поработать. Пока, развал. Спасибо. О, ну все. Я не буду больше убираться. Я поеду на улицу, где никакая еда ко мне не пристанет. Оставалось 4 хлебобота. И мы только что отключили 3. Сколько хлебоботов нам осталось найти? 1, верно! Остался 1. Выхлоп! Это же гигантский робот-тортодел! Найдем его поскорее. Посмотрим. Гигантский хлебобот рядом с цветочным магазином? Нет, его там нет. Он возле ресторана? Нет, там его тоже нет. Может быть, хлебобот в парке? Да, вот он! Ой-ой, он разбрасывает торты по всей округе! Мы должны выключить этого хлебобота и поскорее. Но как нам это сделать и не попасть под огромный торт? Я знаю. Просчитаем траектории торта. Включая спортвизор. Один торт приземлится на розовое полотенце. Один на лиловое. И еще один приземлится на синее полотенце. Это значит, что мы будем в безопасности, если мы встанем на красное полотенце. Отлично! Двигаемся дальше! Берегись, вспыш! Хлебобот сейчас запустит новые торты! Смотрите внимательно на линии траекторий. В какое полотенце не попадет торт? В лиловое! Да! Отлично! Скорее, вспыш! Мы почти на месте! Сейчас будут еще торты! Быстрее! В какое полотенце не попадет торт? В синее! Ха-ха! Ни крошечки не задел! Вперед, вспыш! Это шанс нажать на кнопку на включение! Отлично! Да! Мы отключили последнего хлебобота! Вспыш, Эй-Джей, это невероятно! Вы остановили всех хлебоботов! Огромное вам спасибо! О, да не за что! Да, это прямо как кексик съесть. О! О, вспыш, что мы будем делать с тортами в парке? Я знаю.
На суперскорости мы уберем этот мусор супербыстро. Чтобы я собрал эти торты супербыстро, крикни «Гони!» Гони! Да! Готово! Чисто! На кухне наконец-то чисто! Мы справились! О, погоди минуту, Крушила. Пол еще немного мокрый и скользкий. Подожди, пока высохнет. О, нет! Я не буду ждать! Я отсюда ухожу! Фух!